легенда английского футбола. Сегодня сплошные легенды. Человек, который капитанил сборной Англии, играя на ноль в гостях. И это, конечно, вот действительно такой большой отпечаток в Британии. Говорят, отпечаток работы Стивена Джерарда с предыдущим своим тренером, с Рафой Бенитесом, который действительно сделал тогда Ливерпуль очень сложным соперником для любого клуба, когда Ливерпуль приезжал на стадион, а дальше все брал на Энфилд, если мы говорим о европейского колумбийского форварда. 4-2-3-1, примерно такой вариант у команды. Он-то привык к таким событиям. Подача, удар поворотом не получается. Первый, второй тоже, к счастью. И третий, а это уже было очень опасно. А не проблемами Уфы, что угловой все-таки еще полбеды. Здорово, хорошая реакция Бельного. Для него тоже большой. Да, вообще для всех ребят, конечно, да, для Аликина, для Засеева, людей, которые здесь с самого начала, такой путь пройдя, добраться там часа 2-3 и поехал отдыхать, потом сразу на матч с динамовцами. Подача еще одна. Пока сплошной кросс. Ох, какой пас. Ох, какой пас на гол. И здорово играет. В самом цвете. Шикарный пас. Тут надо отметить, конечно, передачу. Как мы не болели за Уфу, но... Конор Голдсон очень здорово сыграл. Ну и дальше Морелис, да, еще раз, конечно, смакуют режиссеры этот момент. И правильно делать, потому что действительно было хорошо. Разогнался Райан Кент. Он же и будет подавать угловой. Флаг-то не мешает. Подача. Нет, не мешает. Подача. Это опасно. Это 1-0. Ну, как же так, Саша? Выронил мяч и первый гол. Ну, вроде все нормально. Ну да, вот пробил, это было опасно, но дальше странное дело происходит с Бельном. Тут уже по пустым воротам, конечно, не промахнуться. Объявили его обидно, но двигаемся дальше. Очень сложно было предположить, что Рейнджерс не забьет на своем поле. Конор, второй мяч в его новой команде. Вот, не так давно на домашнем чемпионате Сан Мирону забил, и вот теперь в Европе защитник отличился. Поехали, поиски Уфы. Слай, передача, момент, Живоглядов, бей! Он бьет. Уже через минуту Слай, кросс, класс, Живоглядов, бум, и жаре. Обидно, вот такой жаре. Ну и жаре тоже помешало. Макгрегор отбивает колено, мяч в штрафной уже, Обликов дальше. Можно развернуться, проткнуть его. Боян Йокич, Слай, Боян, удар, Пуревич, ух. Но теперь-то действительно держаться за этот счет. Нулевой смысла нет, потому что он изменился. И вот так атаковать. И проверить новое сочетание обороны. Не так, но он очень много смотрел футбола еще до того, как принял. Ну-ка, пас на Эрфилд. Ой-о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 й. Выскребаемся оттуда. Выносивый. Тавернее. Ох, Морелес развернулся и бьет. Ну, а вот оно, проникновение в штрафную. Я к тому, что действительно так сейчас Стивен Джерард, который поработал с большими тренерами, и действительно влияние Рафаэля Бенитеса, он, пожалуй, основной, хотя и Стивен... И удар поворот. Ух ты! Не то, что в тени, он как-то и не выходил из нее. Также незаметно и покинул поле. Хороший момент. Райан Кент. Лаферти. Играл, ну, башня какая. И бум. Ну, здесь и Бельнов стоял. Все. Тоже показал, что не очень здорово. Йокич вел мяч в игру. Подача в штрафную. Здесь удар поворотом. Неплохо. О, даже странно. Как будто такая исландская стена встает. Может быть. Ух ты. Замялся немножечко. Подача в штрафную.